человека. Дай нее постигнуть им все, она ценность каждого века. Музыка, 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 сердце у нас. Музыка, 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 зари сейчас. Музыка нас хранила, мир красоты нам открыла. И сохраняй нас, ты наполняй добро. С раннего детства наша школа вела по нотам волшебным и струнам. Открыла нам баха, породина таланты калачинцев юных. Музыка, 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 сердце у нас. Музыка, 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 в зале сейчас. Музыка нас хранила, мир красоты нам открыла. Ты сохраняй нас, ты наполняй добро. Атмосфера настоящего праздника царила в эти выходные в межпоселенческом досуговом центре. Юбилей калачинской музыкальной школы собрал всех тех, кто соприкасается с миром музыки. Поздравления с этим значимым не только для школы, но для всего нашего города событием звучали со всех сторон. Интересно также, что калачинцы сами любят свою школу. Мы увидели сегодня некоторые репетиционные моменты, огромное стечение народа, цветы, букеты, улыбки. Выпускников этой школы знают во всех уголках, я думаю, не только Омской области, но и страны. Это тоже большое событие. Я хочу передать от министра культуры поздравления. Владимир Алексеевич Телевной попросил поздравить всех с праздником. И я думаю, мы сегодня обязательно выйдем на сцену и передадим теплые слова поздравления всем с этим замечательным событием. Юбилей школы дал возможность выпускникам разных лет встретиться вновь, пообщаться со своими педагогами, преподавателями по специальности, многие из которых продолжают работать и сейчас в этом учреждении. Пообщаться и обменяться мнениями о том, почему так важно развивать способности ребенка и чем музыка обогащает человека. Дала основное – это любовь к труду,
это воспитание тех качеств, которые необходимы сегодня в жизни, постоянно добиваться самому. И для города, я думаю, что не из одного какого-то человека складывается вот то, что дала музыкальная школа. Мы вместе с Николаем Николаевичем закончили в 65-м году. И сегодня можно по-разному рассуждать. Ну, может быть, небольшая школа, небольшое событие для города Калачинска. А на самом деле такие юбилеи не только влияют на формирование каждого человека, они влияют на формирование города. Я имею два мира. Музыкальный и обычный мир. Поэтому я очень богатый человек. Желаю всем, кто бы хотел, такое иметь. Второе, что, конечно, мы всегда были нужны в любой компании, среди друзей, потому что мы интересны. И, наверное, нужно жизнь делать интересной. Мне нравится учиться в нашей музыкальной школе, и я очень люблю свою музыкальную школу. И могу с гордостью сказать, что моя музыкальная школа города Калачинска, самая лучшая. Я думаю, что было бы очень замечательно, если бы музыкальное образование сделали обязательным для всех школьников. Тогда, мне кажется, мир бы изменился в лучшую сторону. Я горжусь тем, что я выпускница этой школы, что у меня были такие педагоги замечательные, что мне захотелось сюда вернуться и здесь работать. Вот. Захотелось вернуться и работать не только мне, а более половины нашего преподавательского коллектива. Нам всем здесь хорошо, потому что у нас творческий, работоспособный коллектив, где все работают с отдачей, с вдохновением. 50 лет – это лишь отрезок длинного пути, который будет еще продолжаться много-много лет. Еще будет много побед, интересных идей и много экспериментов. И видя, с каким энтузиазмом подходят эти творческие люди к своей работе, можно с уверенностью сказать, что этот успех они заслужили. Всем, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости, родители, коллеги, выпускники, любители и почитатели музыки! Сегодня Калачинская детская музыкальная школа имени Петра Яновича Ковалевского отмечает свой полувековой юбилей. 50 лет – это серьезная дата, это богатейший опыт, это накопленная педагогическая мудрость. Это развитие лучших традиций, сформированных в результате плодотворной работы. Всегда в свой срок приходят юбилеи, и грустью озаряя, и теплом, и по не раз исхоженной аллее, мы с новым чувством в этот день идем. И тожим что-то, что-то вспоминаем, в кругу коллег, начальства и друзей, и в новый круг судьбы своей вступаем, в котором будет новый юбилей. С юбилеем, дорогие друзья! Миссия нашей школы – воспитание духовной ценности человека и развитие гармоничной личности. Мы очень любим нашу школу, преподавателей и музыку. А вы знаете, какая она? Наша школа! А сколько ребят стали ее выпускниками за эти годы? Давайте перелистнем страницы истории, перенесемся в мир, где живет музыка. Многим калачинцам с детства знакомо это здание. С 1989 года здесь учатся дети великому искусству – музыке. Сегодня более 260 учащихся занимаются в детской музыкальной школе на разных отделениях – фортепианном, народных инструментов, духовых инструментов, на эстрадном отделении, в эстетическом классе. 24 квалифицированных преподавателя передают свои знания ученикам, а начиналось все 50 лет назад. Первым директором и преподавателем по классу народных инструментов стал выпускник Омского музыкального училища имени Шебулина Петр Янович Ковалевский. Когда открылась детская музыкальная школа в городе Калачинске, а это было в 59 году, то было принято в первый класс 90 учащихся по следующим специальностям – фортепиано, баян, домра, балалайка. Начиная уже с 70-х годов,
Музыкальная школа уже встречала своих доморощенных, родных наших выпускников, уже кончивших училище имени Шевелина. Многие выпускники Петра Яновича связали свою профессиональную жизнь с музыкой. Сергей Ведяскин, Александр Ханжин, Татьяна Кириллова, Галина Рис, Людмила Полисадова. Сейчас в школе работают два ученика Петра Яновича – Хомяков Виктор Андреевич и Луценко Алексей Иванович. Петр Янович заложил традиции школы, основанные на качестве работы и трудолюбии, сформировал творческий и работоспособный коллектив. До последнего дня жизни Петр Янович занимался педагогической деятельностью. Его трудовой стаж составил 41 год. В соответствии с решением Калачинского районного совета в 2000 году Калачинской музыкальной школе присвоено имя Петра Яновича Ковалевского. С 1974 по 80-е годы директор школы Лидия Александровна Андреева. Это время активной концертной работы и подъема хорового искусства. Хоры под управлением Лидии Александровны неоднократно становились лауреатами областных хоровых конкурсов. Более 25 лет она посвятила любимому делу, воспитывая в юных музыкантах вокальную культуру. В 1982 году директором школы была назначена Любовь Романовна Шастина, энтузиаст и большой любитель хоровой музыки. Увеличился контингент учащихся, школа заняла активную позицию по пропаганде музыкального искусства. Очередной творческий подъем детской музыкальной школы связан с деятельностью директора Елены Александровны Ковалевской, которая возглавляла школу с 1992 по 2006 год. За время ее руководства были открыты новые отделения, два филиала в селах Сорочино и Царицыно. Елена Александровна стала инициатором проведения на базе Калачинской детской музыкальной школы зональных и областных конкурсов и фестивалей. Окончив Литовскую государственную консерваторию, более 25 лет Елена Александровна проработала преподавателем по классу аккордеона. Музыкальное образование продолжили ее ученики Тарасова Инна, Сараева Надежда, Комарова Ольга, Тоцкая Наталья. Ковалевская Елена Александровна награждена знаком Министерства культуры Российской Федерации за достижения в культуре. С 2006 года директором школы является Елена Андреевна Беляева, которая продолжает лучшие традиции, заложенные ее предшественниками. Ее ученики – лауреаты областных и региональных конкурсов пианистов. В классе Елены Андреевны 9 стипендиатов Министерства культуры Омской области, а Шульга Анна – дважды стипендиат Министерства культуры Российской Федерации. Один из старейших преподавателей самого многочисленного фортепианного отделения – ветеран труда Любовь Евгеньевна Обушенко, которая более 40 лет своей жизни посвятила детям. Жизнерадостная, энергичная, она до сих пор является неиссякаемым источником оптимизма и мудрым наставником для всего коллектива. Сегодня в школе работает выпускница Любовь Евгеньевна Смиренова Одинцева Евгения Геннадьевна. Это целеустремленный, перспективный преподаватель, заместитель директора по внеклассной работе. Хомяков Виктор Андреевич, выпускник Ковалевского Петра Яновича. Вот уже почти 40 лет он вкладывает душу и сердце в воспитание юных музыкантов. Многие его ученики – Загорская Ирина, Ханжин Юрий, Недосека Владимир, Кириченко Александр, Немчинов Александр, Материнский Антон, Мезенцев Александр – продолжили музыкальное образование. Ансамбль народных инструментов преподавателей под руководством Виктора Андреевича Хомякова – гордость нашей школы. Коллектив был организован в 1982 году. В 1994 году получил звание «Народный», а два года назад отметил свое 25-летие. Продолжает дело своего отца сын Петра Яновича Ковалевского Вальдемар Петрович. 30 лет он трудится в школе с самоотдачей и большой любовью к детям и профессии. Он не мыслит своей жизни без фортепиано. Его класс
окончили Краев Валера, Андреевы Света и Лена, Марина Киюта, Негодяева Оля, Еловик Таня, Рожина Оля, Беляева Катя и многие другие. Обе дочери Ковалевских, Ирина, Вероника и внук Петра Яновича Чернявский Коля с отличием окончили детскую музыкальную школу. Около 40 лет Татьяна Яковлевна Быкова учит детей прекрасному искусству игры на фортепиано. Татьяна Яковлевна умеет увлечь ребенка, как никто другой. Неудивительно, что большое количество ее выпускников связали свою жизнь с музыкой. Это Соколова Марина, Мазуркевич Алена. В настоящий момент в Калачинской музыкальной школе работают трое ее выпускников. Лапова Беляева Елена, Березовская Полонская Елена, Тимошенко Шестакова Татьяна, Аханжина Юля с отличием окончила Московский государственный университет культуры и искусств. Александр Иванович Ханжин, выпускник Петра Яновича, посвятил всю свою трудовую жизнь воспитанию юных музыкантов. С любовью и теплотой отдавал он свои знания детям. С огромной благодарностью вспоминают его уроки Лукашова Нина, Разумов Дмитрий, Иванцов Александр. Светлана Леонидовна Ханжина более 30 лет проработала в школе преподавателем теоретических дисциплин. Она старается разбудить искорки творчества в каждом ребенке. А какой Светлана Леонидовна лектор-музыковед, неподражаемая ведущая вечеров романсов, творческих вечеров в городе Калачинске и Омске. Так образно, поэтично, грамотно, завораживающе может говорить только она. Светлана Леонидовна награждена знаком Министерства культуры Российской Федерации за достижения в культуре. В 2008 году информация об этом преподавателе вошла в ежегодную энциклопедию «Одаренные дети России». Архарова Ирина Михайловна всегда творчески работает с детьми. Особенно ей удается заинтересовать, найти контакт с самыми маленькими учащимися 4-5 лет. Есть у Ирины Михайловны одно увлечение – это детский музыкальный театр. Наши зрители, вероятно, помнят спектакли «Таинственный гиппопотам», «Волк и семеро козлят» и другие. Наталья Александровна Никитина, выпускница школы, преподаватель сольфеджио, автор программы «Слушание музыки». Наталья Александровна требовательна к себе и своим ученикам, но дети чувствуют ее доброту и искренность. На протяжении ряда лет учащиеся нашей школы принимают участие